Ездил я на улицу Строителей, на переулок Сенчука, нашел прокурора. Это он мне заявил, что по вашей коллективной жалобе проводится расследование, но задержка до 3 недель, мы не имеем никаких санкций против них не применять. У нас закон не позволяет. Я попросил показать этот закон. В ответ на это прокурор вышел из кабинета, сел в машину и уехал.